Здравствуйте, сейчас мы с вами будем вязать вот такой ажурный зигзаг. Раппорт узора в высоту состоит из 10 рядов. Для образца набираем количество петель кратное 6, плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные. 1 петля для симметрии в начале ряда и 2 петли для симметрии в конце ряда. Начинаем вязать узор. Первый ряд. Кромочную снимаем и провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы провязали 5 лицевых петель. Затем провязываем 2 вместе лицевой и делаем накид. Далее вяжем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Затем провязываем 2 лицевые вместе и делаем накид. Далее повторяем то же самое. 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. Затем провязываем 2 вместе лицевой, делаем накид и в конце ряда вяжем 2 лицевые петли. 1, 2. Кромочная и изнаночная. Первый ряд узора мы связали. Затем переворачиваем работу и вяжем второй ряд. Кромочную снимаем и начинаем вязать. Вяжем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Накид провязываем изнаночной. Затем делаем накид и провязываем 2 изнаночные вместе. Далее вяжем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Затем снова делаем накид и провязываем 2 изнаночных вместе. Накид держим большим пальцем правой руки, чтобы он не слетал со спицы. И провязываем 2 вместе изнаночных. Затем снова 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, придерживаем его и провязываем 2 вместе изнаночной. И в конце ряда у нас осталось 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4 и кромочная. Третий ряд узора. Кромочную снимаем и провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 лицевые вместе. Делаем накид и провязываем 4 лицевых. Вот наш накид, провязываем тоже его лицевым. 1, 2, 3, 4. Затем снова делаем 2 вместе лицевой. Далее накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой. Накид. 1, 2, 3, 4. И кромочная. Третий ряд связан. Переворачиваем и вяжем четвертый ряд. Кромочную снимаем и провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем накид и провязываем 2 изнаночные вместе. Далее вяжем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и провязываем 2 изнаночных вместе. И опять 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и вяжем 2 изнаночных вместе. И осталось у нас 2 изнаночных. 1, 2. Кромочная. Пятый ряд узора. Как вы заметили, между нашими накидами мы всегда вяжем по 4 петли. Разное количество петель у нас только в начале и в конце ряда. Пятый ряд. Кромочную снимаем. Вяжем 1 лицевую. Далее провязываем 2 вместе лицевой. Делаем накид и вяжем 4 лицевые петли. 1, 2, 3,
4. Далее вяжем 2 вместе лицевой, делаем накид и провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вяжем 2 вместе лицевой, делаем накид и вяжем 6 лицевых петель до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочная. Вот мы провязали 5-й ряд. Переворачиваем 6-й ряд. Кромочную снимаем и провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем провязываем 2 изнаночные вместе и делаем накид. Далее 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных вместе и накид. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных вместе и накид. В конце ряда 2 изнаночных. 1, 2 и кромочная. 6-й ряд связали, вяжем 7-й ряд. Кромочную снимаем и провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Затем делаем накид и вяжем 2 петли вместе лицевой. Далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и провязываем 2 лицевые. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и провязываем 2 лицевые. И в конце ряда у нас осталось 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. И кромочная. 8-й ряд. Кромочную снимаем и провязываем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 изнаночных вместе и делаем накид. Далее 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Провязываем 2 изнаночных вместе и накид. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных вместе и накид. И в конце ряда вяжем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. И кромочная. 8-й ряд связан. Переворачиваем работу и вяжем 9-й ряд. Кромочную снимаем и провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем накид и вяжем 2 лицевые вместе. Затем снова вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Между зигзагами всегда 4 петли. Делаем накид и провязываем 2 лицевые вместе. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые вместе. И в конце ряда у нас осталось 2 лицевые петли. 1, 2 и кромочная. 10-й ряд. Кромочную снимаем, провязываем 1 изнаночную. Далее вяжем 2 изнаночных вместе. Затем делаем накид и провязываем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Далее 2 вместе изнаночных. Накид и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 вместе изнаночных. Накид и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. И у нас осталось 2 петли. Их мы тоже провязываем изнаночными. 1, 2 и кромочная. 11-й ряд. Начинаем с первого. Вот мы связали весь раппорт узора.
Вот такой ажурный зигзаг у нас получился.